Сейчас святая святых. Это родительская комната. Да, открываем, не закрываем, а открываем. Поехали. Друзья, привет! Друзья, привет! Сегодня мы снимаем наконец-то долгожданный рум-тур! Ура! Нажимай на красную кнопочку. Нажал уже? Молодец! Теперь на колокольчик нажимай. А теперь ты будешь знать, когда у меня выйдет видео! Мы наконец-то нашли наш любимый домик, который нам очень понравился. И мы решили в нем побыть какой-то, где-то годик, а дальше мы решим сколько. Да, тут, кстати, посылки стоят. Скоро вы увидите на них обзор. Это две огромных посылки со сладостями. Из России. Да, к нам пришли из России, да. Мы не знаем, что там правда. Да, там они очень большие, но это будет скоро. Да. Ну что? Алиса сказала, не знаю, как говорить в России. Вот так вот, как ты сейчас говоришь. Давайте, мы сейчас вам покажем абсолютно все уголки нашего дома. Заглянем в каждый маленький уголок. Это наш коридорчик. Ну здесь да. У нас шкафчики. Что тут у нас? Тут у нас одежда верхняя. Сейчас много курток, потому что холодно. Голова медведя у нас хранится в шкафу. Тапочки медведя, штучки, перчатки шапки, какие-то, да. Это мои перчатки, а это Алискины. Отлично, что в следующем? Кстати, у нас Лиля. В этом у нас да. Штуки. Ну, вот. Костюм медведя тут, надувной сумоист. Вот такие вот. Куртка, по-моему, наверное, Лилина. Это Лилина, да. К нам приехала Лиля. И мягкая шубка маме. Да, к нам приехала Лиля, мы ее чуть позже тоже комнату покажем. В гости приехали. Вообще-то Сашина? Да. Мы с вами повесили Лилю. Дед Мороза повесили недавно. Так. Идемте дальше. Поехали дальше. В туалет. Так, ну это гостевой туалет у нас. Он сразу при входе здесь находится, чтобы на выходе из дома можно было сходить в туалет. Так, вот он наш туалет, но я вам сейчас кое-что покажу. Смотрите на мой костюм. У Николь светится скелет. И у меня. И у Алиски тоже. Но Алиска сейчас в другом костюме. Мы узнали об этом сегодня. Да, что он светится в темноте. Да. Пошли дальше смотреть. Пойдем. Пойдемте вот сюда, вот в наш домик. Здесь стоит у нас самокат. Мой самокат. Такой маленький гараж. Мой это наш домик. Ваш... А вы его тут завалили вашими вещами. Да, какие-то вещи там лежат от оборудования. То, что первое это нашел, того оно и есть. Да? Мы первые его нашли, понятно? И заняли сразу? Да. Кто первый нашел, того и место, все. Елочка! Да, мы говорили, что как только мы украсим к Новому году наш домик, мы сразу начнем рум-тур. Тут у нас очень красивая елка. Украшенная уже к Новому году. Блестящая такая, яркая. Наши руки потом блестели. Олени стоят. Розовый и беленький. Мама и детка. Мама и детка. Так, наши мягкие-мягкие кресла. На них иногда смотрят планшеты. Да, Алиса и Николь на них смотрят планшеты или же сидят перед телевизором, мультики смотрят. Но телевизор нам, кстати, только недавно подключили, и мультики у нас идут на польском. Да, но мы все равно их смотрим. Мы сколько-то и не понимаем. Тут шкаф со всякой билибердой. Да. M&M's, всякие вкусняшки тут у нас. Да, вот то, что осталось от M&M's. Новогодние шарики. Киндер. Аппарат наш знаменитый. Он участвовал во многих видео. Аппарат Джелли Белли, который, да, который уже съели, конечно. Да? Сюда. Давай, так. Конечно, у нас есть еще оборудование, там очень холодно и темно. Да, но мы сейчас попробуем показать, конечно, что у нас видно отсюда. Я ну, когда вот. Открываю окошки, я хоть могу простоять 2 минуты здесь, хоть да? 5 минут. Но я стою, ну, мерзну, тут еще снежок, но снега сейчас мало, снег растаял. Все, закрывайте, а то холодно. Папе холодно, мне не очень. Да, у нас на первом этаже, получается, окна такие, не окна, а двери. Двери со всех сторон. Раз, два и три. Можно выходить в разные стороны. Теперь вы узнаете, какой у нас свет, как это важно. Да. Это родителям важно.
Смотрите, вот это самое сокровенное место, где мы снимаем, да? Снимаем за столом. Вот он наш свет. Вот такая вот штука здоровенная, которая подсвечивает сверху. Ну вообще, это, я бы сказала, наша, там, где мы кушаем. Ну да, это наша столовая, мы здесь кушаем. Но когда мы снимаем, это выглядит вот так вот. Подтягиваются вот такие софиты. Стоит вот это. Стоит стойка, да. И Николь, Алиса, вот такой вот ракурс вы, наверное, все видели. Только обычно нет кувшина и стаканчиков. И Николь, Алиса там сидят. И мы... вот это как... Да, мы тут снимаем челленджи всякие и все остальное. Поехали дальше. Каминчик наш любименький, тепленький такой. Вот ноги бьют, так вот. А, можно погреть ноги. Да. Вот мы положили такие. Кстати, мы не показали. У нас же возле елки еще Дед Мороз. Только мы его еще не надували. Ждали специально рум-тур, да, чтобы поставить его в надувашку. Да, он большой. Он ростом больше даже, наверное, чем Николь. Да, и мы его надуем. Класс. Алиса новогодняя русалка. Так что Деда Мороза мы надуем в самом конце рум-тура и посмотрим, какой он высокий будет. Ну что, пойдем покажем... Я русалка, не могу идти. Николь русалка, пойдем покажем кухню. Пойдем. Тут у нас дрова лежат. Так, здесь мы тоже иногда кушаем или смотрим планшет. Ну, мы здесь всегда ставим планшет какой-то и сидим. Плошка-кошка, туда, куда она делает свои дела. Да, кто за ней убирает? Все, кроме Николь. Хотя кошку покупали Николь. Ну, я иногда убираю, я говорю прав. Иногда я убираю, только это редко. Иногда, да. Но это редко. У нас тут такие вот красивые салфеточки. Стульчик. Так, у нас здесь есть вот такой вот большой мусорник. Который уже полный. Да, он все время забивается буквально за один день. У нас очень много почему-то отходов, наверное, больше всех... в мире людей. Как-то... У нас тут натуральная водичка есть. Ага, водичка стоит. Фрукты, которые мы любим покушать. И еда кипятина. Угу. Здесь оп, мама моет посуду. Ага, посудомоечка. Мусорник. Это мусорник еды. Это мусорник всякого пластика, всяких других вещей. Да, мы разделяем отходы, а Алиса все прыгает в своем носке. Прыг, прыг. Прыг, молодец. Здесь, мы сюда просто... А где вкусняшки у вас хранятся? Как Николь уже ловко умеет туда забраться. Так, тут у нас... Ага, ММДМсы. ММДМсики, сникерсы. Вот такие вот какие-то вкусняшки. Ага. Бубничка, держались. Хоть успокоиться. Что это такое? Это тортик с яблоком. Ага, вкусняхи. Какие-то печеньки. О, там предсказания. Ага. На вас чекает романтичная подорож. 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 Путешествие. Я ничего не понимаю. Я это украинский. По украински. Я украинский не помню. Тут у нас... Ага. А давай покажем самое сокровенное место, куда вам нельзя заходить. А, ну сейчас. Мы уже кухню покажем до конца. Давай, так, ну еще холодильник тут у нас. Ням-ням-ням, полный холодильник. Еды, холодильник. И краров. Да, икру, кстати, мы здесь заказываем в Кракове. Ее привозят прям сюда, в Краков. Правда, я не знаю, откуда она, но мы ее очень любим. Бутербродики утром. С чаем. Я ее только что назвала Рафаэлло. Да, вообще это Филадельфия сыр. Филадельфия. Ну что, в самое сокровенное место пойдем заглядывать? Да. Здесь у нас всякие вкусняшки, опять же, всякие банки, консервы. Угу. Давай. Так, стой. Только Николь и Алиса туда заходить не будут. Туда зайду только я и немножко вам покажу. Да, потому что для Николи и Алисы это место запрещенное, потому что... А почему для вас это запрещенное место? Там вещи для съемок, ну, все равно, что там было видели, но сейчас там новые игрушки. Да, потому что здесь игрушки для съемок. Да.
Сейчас я вам чуть-чуть приоткрою завесу тайны. А мы пойдем пока носок одеть. Хорошо. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, у нас здесь есть какие-то игрушки, там, то, что мы посбрасывали, самолеты. Но здесь очень много всего для съемок. Вот огромная Маша лежит, которую мы будем открывать. И много-много-много всего еще тут. Игры для челленджей разные. Вот там машинки стоят, дальше санки. Вот тут полки тоже с игрушками, частично стоят игрушки, в которые мы уже отыграли и которые еще будем только играть. Так, ну, пошли смотреть дальше. Ох, вы тут жуете, да? Буквально на 2 минуты я зашел в гараж, моментально... Что делать? Да, ловим Николя и Алису за едой. Быстро топчат продукты. Давайте, зрители же уже ждут. Ждут и хотят посмотреть, что у нас на втором этаже. Никто еще никогда там не был. Ну, только когда был динозавр, мы всего лишь лестницу снимали. Да, ну и чуть-чуть там детское показали. Пойдем, а сегодня и комнату мамы с папой покажем, да? Да. И Сашину комнату Алиса, покажем. Алиса, завис! А нужно руку. Вот у нас вот такое украшение. Да, свет. Идем, идем. Так, да, дом уже украшен, тут красиво. И все, ее нету. Иногда она сюда прячется. По утрам вы не знаете, какая она. Я просто вам не могу это сказать. Да. Алиска принесла снежный шар. Шар с зимой. Балкончик тут у нас есть. У меня сердце бьется. Так, пошли посмотрим. Пойдем посмотрим на балкончик, на наш. Так. Отодвигаем. Да, но сейчас прохладно, мы на него не выходим. Отходи, Алис. Так, открываем. У нас здесь вот такая вот... Вот там кто-то уже украсил елку. Да, вот там елка украшенная. Здесь получается такой достаточно большой балкон. Он с вот такими вот камушками, но сейчас очень холодно. Да, о, холодно. У нас наверху здесь детская, дальше это, ага, здесь туалет детский, да? И родителей комната, там в ней тоже есть туалет, сейчас мы ее чуть позже покажем. Ну что, пойдем? Пойдем. Сначала начнем с детской. Самолет, ну большие штуки. Здесь у нас рюкзак. Что за большие штуки? Ну, большие всякие барбины, ну, большие вещи. Большие очень. Здесь у нас плейдо мой стоит. Это мой. Так, плейдо, Алис. А, Николь, это твой, да? Ха. Здесь у нас большая полка, много игрушек. Это моя личная полка. Ага. Здесь только мои вещи хранятся. Здесь дневник Николь, который да. под замком, на кодовом да. замке. Не, ну я киски пока всякие. Ничего не сделала, он включился, да. Включился, так, квадрокоптер Барби. Да. Знаменитый наш стоит. Угу. Тут всякие игрушки для купания, угу. Самолет. Да. Посмотрите, как это будет выглядеть. Поворачивайтесь. А ну-ка. Ты светишься, Николь, ты скелет вообще прям. Ой, тут что-то еще было. Ага, лампа светится. Вот так окошко украсили. Все, Николь, включай свет. Скелет, включай свет. Где кошка спит? Здесь, на моей кроватке. Моя верхняя, чтобы вы знали. Верхняя — это моя кроватка. А у Алисы нижняя. А у Алисы нижняя, а вы, да. Знаете, как я всегда спускаюсь? А ну-ка, покажи нам. Опля. Молодец, ты акробат, Николь. Я могу даже отсюда вас показать? Нет, не надо. Я не хочу, чтобы во время румтура ты сломал себе ноги. Не надо. Так, столик тут для рисования. Да. Ну, на котором Николь и Алиса достаточно часто на нем просто сидят и смотрят в компьютер. Тут компьютер, да, стоит? Да. Алискин плейдом. Ага.
Ага, во что ты играешь на компьютере? Да, когда надо поиграть в Sims, Николь включает компьютер и играет на компьютере. В последнее время я его не включаю. Это Алисин планшет, Феди Ди, Руслачка Рель, передать, который уже давным-давно был съеден. Новая игрушечка. В киндере попалась. Из киндера, ага. Давай шкаф, шкаф открывай, заглянем к тебе в шкаф. Нормальный шкаф. А здесь вот играть пока плейдов. Ага. Здесь мои трусы, здесь Алискины трусы. Здесь у меня колготки, здесь Алискины, как они, носочки. А здесь мои носочки. Ага. Здесь всякие колготы, штанишки, ну, такие зимние. И вот эти теплые миньоны и леопард. А наверху здесь какие-то штуковины еще, а выше я уже не вижу. Там очки для плавания в бассейне и хвосты русалки. Угу. Вот там на самом верху, сейчас я вам покажу. Вот они лежат, хвосты русалки, Мона Ласта. И вот он, костюм сам русала. Если уже притихло, там Плейдо играть. Это наш шкафчик. У Алисы нижняя полка, как вы поняли, а у меня верхняя. Здесь мои платьички, всякие штанишки и майка. А здесь Алиса, майки и штанишки. Даже ушки. Маленькие ушки хранятся в шкафу. Только, у вас. Смотрите, вы не думайте, что в этой комнате, ну, всегда так же, как и сейчас. Да, на самом деле в этой комнате всегда огромный бардак. Я думаю, как во всех детских комнатах. Но сегодня мы к рум-туру специально все поубирали, чтобы не спотыкаться об игрушке. Мы постарались это сделать. Да. Пойдем дальше смотреть? Ну да. Халаты тут ваши висят. Да. Халаты висят. У Алисы это мини. А у меня холодное сердце. Да, у Николь холодное сердце. Холодное сердце. О, мы кое-что показать. А ну. Здесь вещи от бебиборна всякие. А, ну да, тут еще есть отдельный шкафчик вообще бебиборна. Смотреть дальше. Чью комнату мы идем смотреть? Сашина. Это Сашина комната, но там сейчас у нас живет Лиля. Она к нам первый день только приехала сегодня. Но ее там пока нету. Давай. Боится пока полностью сниматься. А, кися тут греется наша. Здесь Саша сидит за компьютером, монтирует видео здесь. Кисулечка наша любимая. Так, это Сашкина кровать. Такая со слоником. Ага. Красивая. Ой, отлич, отличный повод попрыгать у Саши на кровати, правильно. И вот еще. Так, тут Сашины сумки лежат всякие. У меня нету. Духи. В шкаф мы к Саше заглядывать не будем. О, Николь спряталась. Где же Николь? Вот она. Теперь идем в другую. Подожди, сейчас я покажу, какой у нас вид здесь. У нас здесь лежит такой вот мешок, на который... Если хочется отдохнуть, можно на него завалиться. И смотреть в окно. Да, и там получается у нас, мы живем на горе. И у нас внизу вид на город. Там очень классно светятся огнями. Сейчас на камере плохо видно, но вообще внизу, когда нет тумана, очень красиво светится все огнями. Да, вообще вечером очень красиво в этом райончике. Да, да и утром. Пойдем. Кисуля наша такая маленькая лежит тут. Ну что, пришли рум-тур. Я тут вообще-то сплю. Ага, и сама еще. Здесь шкафчики всякие. Здесь две игрушки. Ага. Идем смотреть туалет ваш? Да. Так, это туалет номер 2. Детский. Угу. Заходим. Пока это номер 2. Так, Алис. Это наша раковина. Так, тут какие-то вещи от Бэби Борна лежат. Это моя щетка. То есть моя паста. Так, это Николь щетка. Это Николь, твоя паста, что ли? Бэби Борн! Алису. Где? Бэби Борн купается в бидешке. Угу. Лежит. Унитазик, конечно. Алиса его тут вот так периодически моет. Ага, просто. Как когда он уписается. Да. Ну а не, он приносит писать или в унитаз, или не в горшок, или в унитаз. Да, тут куча Сашиной косметики всякой лежит. И душ. И душ за стеклом. Такое вот стекло тут. Окошко тут, кстати, есть. А, тоже да. Можно наблюдать за звездами. Да, да, Юха.
Ну что, пойдем в нашу комнату теперь? Да. Сейчас святая святых. Это родительская комната. Да, открываем, не закрываем, а открываем. Поехали. Та-да-дам, та-да-да-дам. Все, больше ничего Все, нет. Все, больше ничего нет. Заходим. Заходим. Мамин планшет, знаменитый наш, самый первый наш планшет. Так, Алиске срочно надо попрыгать на кровати. Мама тут у нас монтирует. Мама, привет. Мама сидит, монтирует видео. Так, это специальная подушка, чтобы сидеть и на нее ложить ноутбук. А ну, покажи как. Это подушка-придушка. Вот так, ложим, она такая мягенькая, и на нее ноутбук, и можно что-то смотреть. Да, вот это наш коллаж. Что такое коллаж? Это карта наших желаний. Мы ее делали все вместе еще в Италии. Только здесь собака вот. Отвалилась. Сейчас не вы вместе. Собака отвалилась. Так, надо наклеить срочно новую собаку. Быстро! А то у меня желание не используется, что я хочу собаку. Да, все желания, которые есть на этом коллаже, исполняются. Я никогда не исполнится, если вы не приклеите. Так, срочно надо приклеить собаку туда, быстро. Ну, да? Так, посмотрим, мама тут что-то монтирует. А, бегемотом. Мама монтирует бегемотов, да. На завтра. На завтра? Да. Ага. Поздней ночью, сейчас мы подойдем. Можно на Миладора? А вон моя коллекция духов. Ну, как раз бегемоты выйдут, получается, ну, сегодня, фактически, вместе с румтуром. Угу. Да? Угу. Коллекция маминых духов. Это мамина. А в той комнате Сашины, то были Сашины. Да. Здесь что у нас еще есть в этой комнате? Утка. Утка! Да, у нас есть, кстати, любимая утка. С Бали. Да, мы ее привезли с Бали. Она такая красивая на лыжах. Уточка наша любименькая. Да, у нас есть две комнаты еще. Мы их сейчас покажем. Давай посмотрим, что там. Это у нас называется? Гардеробная. Это гардеробная, шкафчики, где да, наша одежда с мамой лежит, тут всякие гладилки, сумки, рюкзаки наши походные. Больше ничего нет. Интересно. Еще есть туалет? Пойдем. Наш знаменитый туалет, в котором мы снимаем это всякие 100 литров Кока-Колы, 100 литров Фанты. Забрались уже? Ну как, вам нравится купаться в этой ванной? А? Николь, Алиса? Нравится. Здесь есть и ванная у нас, и душевая кабинка вот такая. И так бандажка. Что? Да, можно купаться одновременно, в общем-то. А я вылезла. А у папы еще есть халат, который я привез с Бали. И сейчас я вам его продемонстрирую. Это круто. И долгожданный папа! Ха! Я самурай! Взял себе на Бали вот такой вот халат самурая. Если что, я его одеваю. Где мой меч? Ча-ча-ча-ча! Вот так. Ну да, ну, халатик. Нравится. Крутяк? Да. Продолжаем наш рум-тур. Будем надувать Деда Мороза? Дед Мороз наш надулся, и под ним, я так понимаю, вас теперь будут ждать подарки, да? Уже после Нового года. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и вы будете знать, когда у нас будет новое видео. Пока! Пока-пока! Дашенька, Мороз! До завтра, Николь! Пока! Пока-пока!